В Брестской области будут работать более 600 волонтеров на 245 участках для голосования. Чтобы подготовить отряды к плодотворной работе, было принято решение провести единый день волонтерских интенсивов обучений. Так, волонтеры Бреста приняли участие в семинаре в офлайн-формате, а 18 районов Брестской области подключились к ним онлайн в студиях своих регионов. Электоральная кампания входит в активную фазу и находится в ней. Хотелось бы сказать, что Белорусский республиканский союз молодежи активно принимает участие. И наряду с диалоговыми площадками, которые мы проводим во всех регионах, в учебных заведениях, на предприятиях, в студенческих аудиториях. Мы действительно еще делаем несколько новых проектов, такие «Азбука активного гражданина 4.0», где в игровой форме рассказываем про избирательную кампанию, снимаем видеоролики, проводим проекты, медиапроекты для впервые голосующих и так далее. Вот, хотел сказать, что, конечно же, волонтеры – это такая важная составляющая тоже избирательной кампании, мне кажется, потому что действительно мы подготовим более 600 волонтеров, которые будут работать на 245 избирательных участках, вот, где будет реально индивидуальный подход по выбору участков, по работе волонтеров. Мы проводим учебу, потому что каждый волонтер должен быть подготовленный, это умение общаться с маломобильными людьми, слабовидящими людьми, знать свой участок, где непосредственно будет проходить голосование, чтобы провести ребят условно от парадного входа до участка для голосования. Поэтому действительно это важная работа, необходимая работа. Вот, ребята тоже получат колоссальный опыт при, так сказать, и при обучении, и при работе непосредственно на избирательных участках. Будут работать они вне досрочного голосования, непосредственно в день голосования. Во время теоретического блока эксперты, представители БелТИС и Брестской областной организации Красного Креста в формате лекции с презентацией наглядных материалов и видеосюжетов ознакомили волонтеров со спецификой работы с маломобильным населением, а также лично провели мастер-классы по оказанию помощи в конкретных ситуациях и научили волонтеров практическим навыкам. Я буду помогать маломобильным и людям с ограничениями во время единого дня голосования. Я считаю, что эта работа очень важна, так как все граждане Республики Беларусь должны проголосовать на выборах, вне зависимости от того, какие у них ограничения. Любая гражданская работа, общественная работа очень важна, и то, что мы делаем, помогает нашему обществу развиваться стремительно и нашей республике процветать. На самом деле, мне кажется, что всегда будут люди, которые будут нуждаться в помощи, так как я волонтер уже с опытом и участвовал в различных мероприятиях. И как раз-таки на прошлых выборах, на прошлом референдуме я также была волонтером. Я на практике увидела, что помощь людям – это очень важно, и что направлять людей – это как раз-таки задача волонтера. Всего по всей республике в единый день голосования порядка 8 тысяч ребят движения БРСМ «Доброе сердце» будут оказывать помощь на практически 3000 избирательных участках людям с инвалидностью. Василина Буцкевич, Дмитрий Литвинюк, Кирилл Лимонтович, Новости Бреста.